Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. В этом ролике я вам покажу, расскажу, как правильно снять вот этот хомутик пластиковый, хомут-замок, на трубках кондиционера. В частности, это машина Toyota Land Cruiser 100. Сотый крузак. В общем, у многих такое бывает. Такие трубки кондиционеры и такие замки. Многие опасаются снимать, а кто пытается снимать, не знает, то они ломают. Ломают эти хомутики, замочки, и потом их долго ждут, когда заказав новые. Притом стоят они недешево, но зачем тратиться, когда можно потратить всего лишь 3-5 минут на просмотр ролика и правильно снять этот хомутик. Итак, для того, чтобы правильно снять, надо ознакомиться, как он выглядит, принцип его действия, как он защелкивается. Итак, давайте посмотрим. Вот так выглядит этот хомутик. Я его снял с магистрали, с трубок. И это вот такое приспособление с металлической защелкой. То есть обхватывает трубочки, защелкивает и не дает им разойтись. Это большой хомутик. А вот поменьше, на трубке меньшего диаметра. Принцип у них одинаков. Также они одинаково открываются и одинаково защелкиваются. Вот сейчас я вам покажу, как защелкивается. Просто обычное сдавливание. Все, он защелкнул. Чтобы его открыть, необходимо не спец, конечно, инструмент. Достаточно подойдет какое-нибудь шило остренькое. В моем случае это вот такая отверточка. Она изогнута не специально, просто такая была. Надо будет либо в это отверстие, либо в это надавить. Это я сделаю на трубочках, вам потом покажу, как сделать. Потому что одной рукой я держу камеру, другой вам показываю, держу отверточку и показываю. Так. Принцип защелкивания вот этой пластинки. Заходит вот сюда внутрь. И вот этим язычком цепляется за вот этот, за прорезь металлической пластинки. Смотрите, вот так заходит, вот туда, оп, и защелкнулось. Также, чтобы открыть его, необходимо, вот даже, наверное, отсюда видно металлический этот язычок, надо надавить и откроется. Сейчас откроем этот замок не на трубке. Вы посмотрите, как это все в действии работает. Просто вставляю, надавливаю, и замочек открылся. Это вот один. И сейчас второй также маленький закрыт. Все закрыто. Также надавливаем шилом, либо вот такой заточенной отверточкой. Надавливаю. В одно из отверстий, любое, правое, левое, верхнее, нижнее, как вам удобнее. Все, все открыто. Ну а теперь защелкнем обратное действие. Вставляем на трубку, это нижнее. Сейчас поудобнее сделаю. Вот, вот-вот-вот, надели и защелкнули. Все, у нас трубка крепко держится, соединена. Это была маленькая, и теперь берем побольше, тоже соединяем, надеваем и просто вот так защелкиваем. Ну и сейчас продемонстрирую на автомобиле, как ее расщелкнуть. На самом автомобиле тоже ничего сложного, просто поудобнее взяться. Надавили, и она открылась, и сняли, убрали в сторону. Нижнюю то же самое, таким же, как говорится, макаром. Оп, все
расщелкнули. Назад я поставлю. Защелкнули. И верхнюю тоже. Все. Все на месте. Таким образом я могу вам сказать, что, посмотрев этот ролик, вы посмотрели, убедились, что все легко, все просто. Инструмент. Либо такая отверточка, примерно такая отверточка, либо просто шило, чтобы надавить на пластинку. При этом вы сэкономите время, нервы, не будете переживать, что вы можете сломать. Вы при этом не сломаете этот хомут и научитесь. Я вам говорю, это был канал Юрганов Лайф. С вами был Иван. Пока.